мероприятие по Sketch Battle? Ну, я думаю, что это очень крутое мероприятие. Я к нему готовился целый год. То, что в том году я проиграл, а в этом я собираюсь всех порвать. Мероприятие очень крутое. Будет жарко. Ну, все круто, все классно, но ребятам бы еще подкачаться. Пока что слабый. Ты можешь сказать о своем сегодняшнем сопернике? Ну, это Костя Козлов. Я его выиграю, вот и все. Соперник у меня Славик. Он очень техничный. И по-любому у него есть фишки, которыми можно меня загасить. Но, в принципе, я всегда всему готов. Я его выиграю, вот и все. Да, все мои соперники. Но именно сегодня Глеб Карпенко. Что мы можем ждать от твоей игры с Глебом сегодня? Мясо и тотальный расход. Пытаюсь показать максимальный уровень. Я готовился весь год и буду пробовать новые трюки какие-нибудь. С вами был журнал «Эксклюзив Маг». Всем пока!